танец «Пульс моря» воспитанницы хореографического коллектива «Азарт» готовили несколько месяцев. На всероссийском конкурсе «Сияние талантов. Хореография 2021» жюри за него присвоило коллективу звание лауреата второй степени. Пусть не первое место, но для коллектива это уже большой успех. Мы старались, и у нас у всех впечатление, что мы как бы серьезно настроены на дальнейшие победы тоже. Было сложно репетировать новый сцене сразу выступать без подготовки. На сцене «Сияние талантов» можно было увидеть и еще одних воспитанников Инны Нуждиной, народный хореографический коллектив «Гела», который выступил с тремя новыми танцами. Два из них в номинациях «Народная стилизация» и «Современный танец» заняли первое место. Третий сольный в исполнении Юлии Тарасовой взял бронзу. Я довольна результатом того, как я выступила. Какое место? Это уже то, что жюри решили. Это не от меня зависит. Я все сделала по максимуму. Всего в конкурсе приняло участие около 50 хореографических коллективов. По словам руководителя коллективов «Азарт» и «Гела» Инны Нуждиной, конкурсанты были сильные, но ее воспитанники выступили на все 100. Я довольна выступлением. Как бы для них это более чем хороший результат. И действительно, прям молодцы, собрались, не растерялись. С учетом того, что я вообще с ними не была. Я сидела в зале, я зачем туда еду? Всех посмотреть, что люди приводят, какие тенденции, чтобы потом знать, о чем жюри говорит, понимать, на что обращают они внимание. В следующем году народный хореографический коллектив «Гела» отметит 30-летие. Участники готовятся к юбилейному концерту. Пройдет он на сцене Центра культуры и досуга в НЕФ. О дате будет известно позже. Ирина Вышегородцева, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».